Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс и Максим. Максим, поприветствую всех! Всем привет! И мы продолжаем проходить замечательную игру «Проклятие». Двигаемся мы за, в общем-то, незнакомцем в капюшоне, пытаемся добраться до генератора и, собственно, понять, что же мы должны сделать дальше. Ну что ж, побежали! Да, надо все вспомнить. Как что? Да. Давно мы уже не были в игре. Но я так думаю, что это нам не помешает. Шикарное все-таки колесо, оно просто огромное. Так, почему мы не смогли вот сразу спуститься сюда вниз? Ну, скажи мне. Ну, когда вот забежали на эту статую. Нам туда вот надо. Куда? Дальше по мосту? Так. Или мы по кругу прошли? Мы, нет. По-моему, прошли... Так. Нет, по кругу. Нет. Отлично. У меня все равно остается впечатление, что мы здесь уже были. Я все забыл. Для меня все ново. В общем-то, как и я. Ну вот видишь, оружие, которое здесь лежит, по-моему, как раз... это наше оружие здесь, нет? Соберу. Вы слышали? Так, что это было? У меня мурашки по спине бегут. Нет, мы здесь не были. Смотри, здесь есть какие-то колодцы, да? В которые мы должны прыгнуть. Туда. Это канализация. Канализация Меса Дорадо. Стоки Меса Дорадо. Отвратительно. Да вы на такие сапоги за год не заработаете. Увы. Честь не позволит мне покинуть товарища по оружию. Ой-ой-ой. Прескотт использует этих тварей как солдат. Кто это был? Там что-то пробежало. А, вылечишь меня? Как? Отличное начало серии. Я просто хотел справиться, значит, с тем, кто там выпрыгнул, и, соответственно, сломать ему жизнь. Но на самом деле сломать жизнь практически. Отлично. Так, еще бочки остались. Мы их вроде разбиваем, но они все равно почему-то прыгают. Там... Нет, смотри, мы их уничтожили, да. Уничтожили, да. Так, ну что, вперед. Так, и куда же нам на этот раз? Вот сюда. Угу. Так, как гранаты кидать? Я забыл. А, по-моему, либо Г, либо Б, как-то так. Г. Ничего не работает. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Ой-ой-ой. Так, отлично. Так, ну нам, видимо, все-таки туда. Так, интересно, вниз прыгать или на обратную сторону? Скорее всего, на обратную сторону, да? А, туда спрыгнул. Угу. Так, напомни, как нужно прыгать. Назад. Ой-ой-ой. У меня тут что-то сидит. Нажимай назад. Просто назад? S? Да. Да. Нет. Нет, почему-то у меня не получается. Что я сделал? Что я сделал? Как я прыгнул? Так, а сейчас, секунду, подожди, попробую так, может быть. Привет. Да что ж такое? И как-то рефлекторно... А, shift зажми и назад. Угу, точно. Все круто. Вот что значит долго не быть в игре. Да. Значит, эту серию мы будем вспоминать управление. Так. Загрузка. Это какое-то непонятное существо из Скайрима. Да. Это этот, как его? Братья Бури. Да-да-да, совершенно верно. Так, и мы поднимаемся наверх, да? Ага. Поднимаемся. Так, а вот все.
Мы просто-напросто друг другу мешали, похоже. Видимо, да. Так. Ой-ой-ой. Там братья Бури бегают. Много. Да. Так, неплохо. Надо было забраться наверх и, наверное, стрелять оттуда, да? Так. На. Я не успел восстановиться. Ой, патроны. Да. Вылечишь потом меня, хорошо? О, отлично. Сразу же у меня патроны. Да что ж такое? Я только-только успеваю взять оружие, и тут же меня убивают. Убил. Отлично. У меня нет патронов вообще. Нет, у меня есть патроны тут, от... Тут же под пистолет еще же есть, точно. Да-да-да. Пистолет я совсем забыл. Так, и куда же нам? Смотримся. Надо найти патронов. Да, без патронов как-то скучно. Похоже, нам нужно каким-то образом использовать вот эти вот весы, что ли, да? И с помощью них перепрыгивать. По что ты говоришь? Ну вот смотри, стоят две статуи. Соответственно, у них есть уравнивающие механизмы. Это про желтую-то? Ау. Да, да. Пока даже не знаю. Мне кажется, опять на куда-то залезть, наверное. Что-нибудь сделать. Кто-то рычит. Да, я слышу. Так, хорошо. Меня это пугает. Ой, я нашел лестницу. Я нашел лестницу наверх. Так, где? Какая-то лестница, не знаю, сейчас сползаю, смотрю. Я там уже был, но у меня почему-то не получилось перебраться на ту сторону. Так, ничего не делать. Кто-то там буянит. А, ты перебрался, да? Да. Так, что дальше делать? А, надо. Так, а я почему-то этого не могу сделать. Акробатика занимается. Так, нет. Ты там что-то нашел? Нет, я сижу, жду тебя. А почему у меня не получается? Shift зажми. Ладно, тут когда смотри немножко. У меня этот. Тот, кто рычит, меня пугает. Да, отлично. Так. Он и меня пугает тоже. Отлично. Так, ну вот смотри, вот на эти грузики может нам забраться как-то и наверх. Не знаю. Так, я забрался. На грузики? Да, не знаю, каким образом нам это поможет. Прыгай! Вперед! Так, сейчас, секунду. Так, еще повыше подняться, наверное, нужно. Как вниз прыгать на этот, я забыл. Вниз, вниз надо. Вниз. Ну, по-моему, просто вниз надо нажимать, и все. Да. Не идет. Так, я упал. Ты умер? Угу. Просто мне непонятно, нужно ли вообще туда забираться на самом деле, или это в этом нет необходимости. Так, вот здесь у нас есть веревка. Зачем она нужна? Да. Я не понимаю, как спрыгнуть вниз на уровень. Так, и там есть кран. Вниз.
А, ну ты просто в другую сторону перепрыгнул, да? Да. Здесь можно вот так. Вот есть какой-то кран. Может быть, на кран каким-то образом забраться, а потом перепрыгнуть на статую опять, нет? Я вообще пытаюсь взять оружие. Так, ну и что, получилось у тебя спрыгнуть? Ну, оружие я взял. Угу. Дальше не знаю, куда нам. Так, а я так думаю, что нужно вот двигаться вот сюда. А, ну да, там какая-то вот... Вот на веревку сначала перебраться на другое здание, а потом забраться на кран. Если я правильно понимаю. Так, я понял, как вниз прыгать. Надо C нажимать. Так, вот я думаю, пришли. На кран. Так, все, перебираюсь туда, в ту сторону. Я хотел посмотреть на окружающие меня виды, и вместо этого я пополз назад. Так. Каким образом туда попасть? А в бок не помнишь, как прыгать? Shift и бок. Да нет. Так. Я пытаюсь. Если я спрыгну, то. Так, все по новой. Тоже пытаюсь залезть. Угу, давай. Но... А, ну вот, я к тебе и залез. Угу. Так, а как ты просто спрыгнул вниз? Получается так или как? Назад. Ой, все. Попробуй это. Не знаю, она сама. Попробуй так же, откуда я запрыгнул. А ты откуда? С противоположного окна? Да. С того здания залез. Так, ну я, в принципе, могу здесь и так сделать, попробовать пробежать вот в ту сторону. Да, я могу это сделать, только мне нужно каким-то образом спрыгнуть с веревки. Как это сделать? С. Так, С. С, да. Угу. Так, попробую пробежать. Мам. Так, здесь есть лестница, кстати говоря. Я немного отвык от панорамных видов проклятия. Да. Так, а ты спустился вниз? Нам наверх-то не надо с тобой разве? Тут мотоцикл? Да? Угу. О, круто. Сзади. Поехали. Так, я забыл как. А, тут тупик. Причем я смотрю, как ты с фатальным таким видом едешь просто-напросто в стену и понимаю, что, видимо, такие суицидальные настроения сейчас у главных героев. Ух ты! Мама? Так, так. Ну, нужно прыгнуть, наверное, вот туда, в пропасть, нет? Нет, она была, по-моему. А, пропасть сюда? Пропасть? Да, да, да. Я забыл, как ускоряться. А, вот, все, понял. Так, и нам нужно туда, в эту голову. Или нет? Да, похоже, что так. Эй. Ты, вот это будет непросто. Эй. Хорошо, что не я за рулем. Ух ты, вот это да. О, братья, честно говоря, шикарно. Что дальше? А дальше сюда? Угу. Я так думаю, что у нас нет другого выхода, кроме как прыгнуть вниз, да? Ну, наверное, да. Так, ты хочешь их задавить, да? Можешь пострелять по ним?
Я почему-то по ним не попадаю. Ладно, пойдем пешочком. Так, там у нас оружие. Да. Магазин. Ну, ну, больно. Готово. Поехали. Да ты хер. Ух ты. Неужели, неужели нам туда нужно прыгнуть? Джеронимо? Нет. Нет. Ну, не туда. Ясно. Так, вернуться к точке, да? Так, ну мы просто-напросто вернулись обратно к... Все понятно. Давай еще раз. Благо, что здесь недалеко. Круто. Так, ну да, здесь можно еще это заесть. Да? Так, нет, нам не туда. Наоборот, в голову. Тупик? Угу. Отлично. Я пока осматриваюсь. Так, ну здесь я на них патроны тратить не буду. Макс, не экспериментируй. Нас сейчас скушают. Я хотел их подавить, но... Я понял, понял. Где мы приехали? Так, ну что, попробуем их раздавить? Будь осторожен. Отлично. Круто. Откуда их здесь так много? Тарас тоже было? Тарас подавили. Угу. Так, еще раз. Помогу. Ладно. Один остался. Ну да, это не так много. Эй. Где он? А. Эй. Готов. Так, и куда же нам нужно? Да, вниз нам нельзя. А вот нам туда, я все нашел. А, мы перепрыгиваем через стену, да? Угу. Так, хорошо. Наверх? Отлично. Или, или можно так, да. Угу. Война начинается, друзья и враги. Паук завлек мушек в паутину. Замечательно. Ничтожество! Очень жаль. Ты еще жива, тупая сука. Кошмар. Селена! Так, а вот и Селена. Кисонька, интересно. Ты вернулась, милая. Мы еще не свели счеты. Неужели ты опять перебежала? Ревнуешь? Это проблема таких женщин, как ты. Но ведь ты скучала по мне, правда, крошка? Ты меня убить хотела! Я думала, тебе нравится. Теперь все будет, как ты хотела. Да. По-моему, это было слегка самонадеянно. Джеймс Бонд отдыхает. Да, стреляйте по пушкам, чтобы времени... Джек, в тот раз я не стала тебя убивать. Хорошую женщину найти трудно. Так, и что нам нужно сделать? Сбивать? Всего ничего. Так, мы их временно только выводим из строя. Значит, нам нужно бежать наверх. Я так понимаю, надо скинуть там штуку такую сверху и на ее пушку. Ну да, же, да. Джек!
Покажи свою милую головку, чтобы я сумела снести ее. Забирайся, попасть. Она под сывороткой. О, котенок, ты можешь стрелять лучше. Все, что ты говорила мне, ложь. Ты хотела ее услышать? Отлично. Ты рассказала своим новым друзьям, как работала на PSA? Отлично работает. Перебирайся, пока. Так, теперь моя очередь, да? Давай. Let's go. Беги, беги. Побежали. Так. Так, это была ошибкой. Ты живой? Да, живой, живой. А, беги, я пока отбегаю ее. Угу. Так. Она не успевает за нами подниматься, походу. Ну да. Хотя нет, успевает. Ой, она стремится. Так, меня убили. Стой, стой, стой! Ай, так, сейчас подожди, скажи, подожди. А, можно дистанционно же можно? Ее навсегда успокоить. Ну да. Так, а как это сделать? Не помню. Так, Q, по-моему. Так, мне сначала нужно забраться вот сюда, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что я сделал? Так, хорошо, я хотя бы просто ранен. Так, значит, по-моему, не Q. Q я сейчас только что положил гранату. Мы разобрались, как гранаты кидать. Да. Готово. Так, попрыгали. Должны успеть. Успел. Отлично. Так, все, начинаем. Подожди, нам, подожди, нет, в бок ее. А, в бок ее нужно? В бок, мы поднимемся по лестнице. Наверное, так? Странно. Не видит? А, подожди, ты назад ее просто толкаешь или что? Давай вперед ее туда. Ну да. Хорошо. Круто. Да. Что-то мне подсказывает, что мы ее все равно не убили. С этими злодеями всегда. Теперь так. Ты мне веришь? Почти. Хорошо. PSI за горой готовится ударить по Терра Верте. Если поспешим, можем остановить их. Когда ты их видела? Прямо перед посадкой. Перед посадкой? Разумеется. А что? Ничего. Они выступили? Нет. Тогда еще нет. PSI не рискнут атаковать без артиллерии. Откуда ты знаешь? Надо уходить! Отлично. Ну вот его-то мы и должны были, в принципе, нагнать, но почему-то он оказался внизу. Плохо. Он спасает Селену. Я так думаю, что после таких серьезных камней, которые на ней лежат. Ну хотя, вот видишь. Магия. Магия, да. Так это у них получается бесконечные жизни. Нечестно. Да. Так, и вновь нам показывают. Шамана. То есть в результате он встанет на их сторону, я так понимаю, да? А, нет, он просто видит, что происходит. Что это произойдет? Прошлое? Настоящее? Будущее? Ответь. Я возьму, что хочу, даже если придется просверлить тебе мозг. Лорд Прескотт,
Не мешать мне. Это срочно. Пушки на Месса Дорадо уничтожены повстанцами. Что с командором Селеной? Пропало, сэр. О, да, плохие, тревожные новости. Но какой-то жалкой шайки саботажников меня не запугать. Продолжайте наступление. Наши войска остались без огневой поддержки. Не надо мне указывать, майор. Это все. Мы обрели прошлое, и будущее становится ближе. То есть вот такой аппарат получается, да, что он сверлит ему мозг, представляет ему какое-то орудие, значит, в голове, и там все это проецируется на стену, да? Да. Да, если бы у нас были такие аппараты, я так думаю, это было бы здорово. Ты играешь за девушку? А, нет, я просто за вами не поспеваю. А, тут вперед бежит девушка, я за ней бегу. Отлично. Так, Макс, ну что, я предлагаю, наверное, уже в следующей серии продолжить. Что ж, да? Это если правда. Не против. Прескотт сделал пояс смерти. Он называется Джаггернаут. Его броня почти непробиваема, а у пушек огневая мощь, как у двух дивизий. Он отходит Отлично. В Терра-Верте. В Терра-Верте? Надо спешить. Да, ну как я и говорил, в следующей серии мы уже поспешим к этому поезду. Постараемся, чтобы он от нас не ушел. А я напоминаю, что с вами был Максим. Максим, попрощайся. Всем пока. И добрый Макс. В общем-то, я так думаю, что в следующей серии дело у нас пойдет повеселее. Всем пока.